Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будет продолжение сегодняшнего же видео, то есть уже второе видео за день, но которое будет непосредственно касаться жизни в целом, но работы, потому что так или иначе, но работа – это непосредственная часть, большей части жизни любого человека, то есть потому что если посчитать, сколько человек проводит на любой работе, то там, например, вот если в сутках 2-4 часа, то среднестатистический человек будет находиться на обычной работе там в среднем, 8, либо же 12 часов. То есть вот такие есть графики, соответственно, вот это, половина дня, если перевести в такое годовое исчисление, то в целом на работу человек тратит там процентов 60-70 процентов своей жизни, и, соответственно, большинство людей, они так или иначе не видят какой-то другой жизни, кроме как работы. Соответственно, когда они видят человека, который нигде не работает, например, я за свою жизнь никогда нигде не работал, и я не как-то этим горжусь, что я какой-то профессиональный бездельник, нет. Вот это лишь следствие проигрыша генетической лотереи, то есть вот это не мой выбор, а так за меня решила моя генетика, которая взяла меня в заложники, потому что, как вы знаете, у меня косолазие, заикание, рост всего лишь 1,50 м, у меня никогда не было девушки, то есть я в 30 лет до сих пор остаюсь девственником, и, соответственно, вот это тоже я не в силах как-то и изменить. Соответственно, дорогие друзья, сегодня утром у меня было видео про удаленную работу, которую я снял, тоже, можно сказать, по многочисленным просьбам, потому что мне там, по сути, под каждым видео пишут, что «А почему ты не устроишься на удаленную работу, если ты социофоб?» А я действительно социофоб, у меня очень сильно абсолютно неизлечимая социофобия. Я не могу находиться среди людей даже несколько секунд, не говоря уже о каком-то рабочем дне. Соответственно, ни одна работа в этом мире, существующая в физическом мире, мне абсолютно не подходит. Соответственно, когда я повторяю это изо дня в день в своих видео, то, естественно, это у большинства людей вызывает недоумение, то есть злость, зависть, потому что все люди, так или иначе, они желают всем окружающим всего плохого, то есть, а ни в коем случае ничего-то хорошего. Соответственно, цель любого человека, то есть озлобленного на все живое, загнать, но тебя в такое же стойло, в котором они находятся сами. Соответственно, я во все времена слышал какие-то обвинения, упреки меня в том, что якобы я виноват, что я нигде не работаю. Хотя моей вины, как я уже сказал, в этом абсолютно никакой. Так вот, дорогие друзья, давайте вернемся непосредственно к теме сегодняшнего видео. В этом видео я хочу вам объяснить, почему научиться чему-то в жизни абсолютно невозможно. То есть, потому что так или иначе все, и как минимум большинство каких-то навыков, способностей, предрасположенностей, они даются еще с самого рождения, и человек не в силах как-то на это повлиять. Для примера, как это происходит, возьмем, например, сам человеческий вид. То есть, что может человек? То есть, ходить человек может. Большинство людей могут ходить. Дальше, что еще может делать человек? Например, у человека две ноги, две руки. И, в общем-то, человек, по сути, больше ничего не может. И вот это особенности вида в целом, то есть homo sapiens, у человека есть мозг, у человека есть и интеллект гораздо больше, чем у его предков, если, например, раньше вся жизнь предков сводилась к тому, чтобы, собирать какие-то камни, то сейчас человек может немного больше, человек может мыслить, человек может решать какие-то задачи, какие-то математические эти все исчисления производить. Почему-то, когда речь идет о какой-то любой функции человека, то ошибочно люди думают, что
так сказать, доступна и, ну, под силу абсолютно всем, ну, представителям человеческого вида. Хотя вот это с точностью наоборот. И лучше, например, вот этом, вот, например, смотреть, есть птицы, да? Есть птица, вот, ну, как бы, ну, курица, она, ну, тоже птица, но может ли она летать? Нет. Но курица летать при всем желании не может, несмотря на то, что она ничем, не знаю, там, от каких-то голубей, там, не знаю, от каких-то вот этих там, ну, какие еще там есть птицы, я особо не силен в этом, в общем, видел там воробьё, там, вот эти есть там еще, как там, синички там зимой, вот, кстати. Ну, там есть еще вот страусы, например. Но кто из них может летать? Но только вот такие определенные виды птицы. Птицы, хотя как бы, ну, крылья есть у всех, вот. И, соответственно, вот так и можно, ну, провести вот такую аналогию с людьми. То есть люди все являются человеческим видом. То есть Homo sapiens. Но, тем не менее, одни люди могут делать определенные действия, а другие виды, а другие люди абсолютно не могут. Вот, вот так и, например, например, птицы там, и, ну, курицы. Ну, то есть, может ли, ну, курица научиться летать, если очень сильно захочет? Но при всем желании, возможности у нее, ну, таких нет. Потому что все возможности были ограничены самой генетикой. То есть, сколько бы она ни махала, ну, крыльями, то есть, она научиться летать не сможет. Соответственно, ну, дорогие друзья, вот, ну, когда я, ну, привел в пример, что мне не подходит даже удаленная, ну, работа, то вот меня начали обвинять в том, что якобы я не хочу просто учиться. Учиться, вот там зайдите, ну, под, ну, комментарии, ну, под прошлым видео, там большинство людей, ну, пишут что-то в стиле, а почему ты, ну, то есть не научишься, ну, каким-то узкоспециализированным навыкам там. А навыки, ну, то есть они на то и даются, что навыкам, вот таким предрасположенностям абсолютно невозможно научиться, потому что на то они и даются с самого рождения. То есть, например, возьмем, скажем, какого-то человека, то есть еще с самых школьных лет видно, ну, те или иные предрасположенности к чему-либо. То есть, например, один там, ну, ребенок может, не знаю, там, хорошо, ну, рисовать, другой, ну, ребенок может, ну, решать там, ну, какие-то задачи. То есть есть вот эти гуманитарные науки, есть вот эти, ну, точные науки. Но вида у людей не два, чтобы вы, ну, понимали. То есть вида у людей намного больше, вот как некоторые там говорят. Есть 8 миллиардов, ну, типа у людей. И, ну, как уже догадались, если даже чисто математически посчитать, то есть далеко, ну, это абсолютно не значит, что любой человек может, ну, попасть в ту или иную группу, вот, например, там, к гуманитариям, либо же к точным наукам. Потому что людей и видов людей намного больше. Соответственно, огромное, ну, количество людей, ну, которые не получили абсолютно никаких, ну, предрасположенностей с рождения. Вот, не получили, ну, каких-то особых навыков, не получили, ну, какую-то особую, ну, работу мозга, вот, и не получили какой-то склад ума. И вот это абсолютно не значит, что вот этот человек может сам, ну, как-то, ну, развивать вот эти все способности, потому что, ну, так или иначе, как я уже сказал, вот это, вот эти все отличия, ну, то есть они заметны еще там, даже не в первом классе, еще заметны даже в садике, вот там, ну, когда дети играются там в какие-то там, не знаю, в кубики, то там вот один, ну, ребенок может там, не знаю, вот эти, ну, кубики уже там в садике считать, другой даже не знает, вот, а что это, ну, такое, вот, он даже название вот этих вещей не знает, то есть он даже не знает, что вот это, ну, ну, кубики, то есть люди, они абсолютно неравны в своих возможностях, вот как они неравны, например, в каких-то физических особенностях, вот, например, там есть высокие, есть низкие, вот как я, например, у меня он рос всего лишь 1,50 м, вот так люди отличаются и всем остальным, то есть, например, и интеллектом, то есть есть люди с IQ, там, не знаю, 100,
Есть люди с IQ 200, есть люди, не знаю, там, с IQ даже меньше, чем обезьяны. Вот, и ну как-то увеличить свой IQ люди не в состоянии, потому что вот это, ну, как раз-таки, вот этот тест IQ, ну, то есть он способен определить даже не ваши какие-то интеллектуальные способности, а он способен определить вот ваши особенности, ну, работы мозга, то есть, например, там, склонности, так сказать, определить вот эти все нейронные связи, то есть есть ли они вообще у вас, либо же нету, потому что, ну так или иначе, все вот это, все вот эти особенности, все вот эти, ну, какие-то закономерности, ну то есть они зависят от определенных нейронных связей, вот нейронных связей и, соответственно, те или иные способности, вот, так сказать, ну, предрасположенности, ну, то есть они зависят, ну, как раз-таки от вашей, ну, так сказать, схемы, вашей, так сказать, анатомии, вот такой физической, то есть анатомии, и вот, так сказать, анатомии нейронных связей, вот. Ну, приведем вот такой, наверное, ну, банальный и самый распространенный, ну, пример, то есть у всех людей есть голос, но все ли люди могут, ну, петь? Нет, далеко не все, потому что если там, например, даже все, не знаю, там в классе запишутся на вот это там, ну как оно называется там, на хор там, либо же на пение, вот то научиться, ну, петь все равно смогут не все, ну потому что не у всех есть вот такие задатки, не у всех есть вот такие предрасположенности, и, соответственно, не все люди, даже если они там, ну, будут заниматься 24 на 7, там, не знаю, даже, ну, когда они уже окончательно там, так сказать, своих соседей сверху и снизу, там, если они живут в квартире, то вот это абсолютно ничего не даст. И их способность петь от этого не улучшится, потому что есть определенное врожденное строение голосовых связок, то есть у каждого человека, ну, то есть оно отличается. Вот также по аналогии с этим есть, ну, как раз таки определенное строение мозга, то есть определенное строение вот таких нейронных связей, то есть вы же знаете, что в мозге есть как бы человеческий мозг делится на определенные доли, вот, и у одного человека больше всего, ну, преобладает, например, одна доля, у другого человека преобладает другая доля. У огромного, ну, количества людей в наше время мозг вообще не работает, ну, то есть, если вот посмотреть на них, ну, то есть, ну, как раз-таки окажется и больше, ну, похоже на то, что у них мозг вообще выключен, вот. Но тем не менее, почему-то со всех людей требуют одинаковых вот таких, ну, каких-то действий. Вот, например, ну, как я говорю, что я, например, я не могу там обучиться, ну, какому-то, ну, программированию, я не могу обучиться какому-то там дизайнерству, я не могу обучиться там другим языкам, потому что у меня нету задатков ни к чему, то есть, и, ну, как я уже сказал, то есть в этом моей вины нет, то есть в этом есть, ну, только вина моей генетики, то есть, ну, которая не дала мне ничего, ну, то есть я не выиграл генетическую лотерею ни внешностью, ни ростом, ни и интеллектом, соответственно. Ну, при всем желании, вот, на обычной, но работе я, но работать не могу, ни на одной, из-за социофобии, из-за заикания, из-за невозможности взаимодействовать с другими людьми, я не могу, но работать ни на одной должности в этом мире, то есть, ну, которая связана, ну, так или иначе, с нахождением где-то, вот. И, тем не менее, вот это не значит, что я обязательно смогу, но реализовать себя
в удаленной, но работе, вот как мы уже с вами определили, что есть две группы вот людей, например, там, склонных к гуманитарным наукам, и есть к таким вот к точным наукам, но есть еще огромное количество других типов людей, но которые не склонны ни к чему, то есть вот так и я, но то есть я не склонен ни к физической, ну, какой-то, ну, работе там среди людей, ни к удаленной, но работе в интернете, ну, потому что мне абсолютно недоступно ни одно, ни второе, вот сколько бы я ни пытался, вот как бы как и курица, не пытался взлететь, сколько бы я не махал крыльями, сколько бы я там не зубрил что-либо, то есть никакие там вот эти, ну, какие-то там, не знаю, языки там, никакое вот это программирование, никакие-то там вот эти все, ну, курсы, я не знаю, там, дизайнерство, то есть ничего, вот это, ну, как бы, ну, ровным счетом не даст ничего, ну, то есть вот это все, ну, будет абсолютно бессмысленно и бесполезно, как мертвому, ну, припарка, вот, потому что вот вам любой учитель в школе скажет, что вот они там могут определить, ну, как бы, ну, получится ли с этого, ну, ребенка что-то, либо же нет, вот, ну, по сути, уже там чуть ли не на первом знакомстве вот с, со всеми, ну, как бы, со всем, ну, классно, то есть у всех, у большинства учителей уже, как бы, глаз алмаз, ну, как говорится, глаз наметан, вот, и вот мне еще в школе вот учителя говорили, там, чуть ли не в первом классе, что с меня в этой жизни ничего не получится, вот. Вот, ну, как они там говорили, что, ну, как вырастешь, будешь, ну, коровом, будешь, ну, коровом хвосты, ну, крутить. Вот так и получилось, то есть, потому что вот эти учителя, ну, то есть, они, ну, по сути, ну, предугадали мое будущее на 100%, то есть, и для этого не нужно быть каким-то экстрасенсом, достаточно, ну, просто, вот, ну, посмотреть там на человека и взаимодействие с ним даже, ну, достаточно небольшого, ну, количества времени, чтобы, ну, понять, то есть, если вот у вот этого человека, ну, точнее, у вот этого, ну, ребенка задатки к чему-либо, и вот мне во все времена учителя говорили, что у меня абсолютно никаких задатков, вот, единственный задаток, вот, ну, который мне говорили, вот, так сказать, учитель по, ну, как раз-таки пению, учитель по пению, вот, мне говорил, что у меня, ну, как бы, есть задатки к пению, вот, и я действительно вот с ней согласен, но можно ли заработать, ну, пением в наше время? Да, конечно же, нет, потому что в наше время, ну, такая, так сказать, вот этот весь шоу-бизнес, ну, то есть на нем уже давно, ну, преобладает не какие-то, ну, там, вот эти все музыкальные навыки там, то есть если, ну, раньше там действительно на большую сцену допускали людей, у которых есть голос, как бы, то есть сейчас, если вы, ну, посмотрите там на самых популярных вот этих, так сказать, артистов, то там, ну, будет, кто там будет, какая-то инстасамка, ну, которая там с, ну, как бы, с прокуренным голосом там, либо же, ну, какие-то, ну, рэперы, которые матерятся через слово, ну, то есть ничего общего с к творчеству вот это не имеет. И, в общем-то, ну, дорогие друзья, соответственно, людям свойственно верить в лучшее, да, с этим не поспоришь, то есть люди по своей природе оптимисты, и, но вот эта гордыня, излишняя гордыня, вот, ну, когда человек там говорит, например, что я смогу все там, я научусь всему, ну, то есть вот это очень большое заблуждение, и, ну, рано или поздно вот такой человек, он в любом случае, ну, разочаруется, что, ну, как-то выше головы не прыгнешь, то есть и, как бы, ты никогда не сможешь стать, ну, по сути, ну, как бы, ну, ты сможешь в лучшем случае стать лучшей версией себя самого,
Но ты никогда не сможешь стать, ну, кем-то, ну, другим. То есть, соответственно, сколько бы человек не пытался, ну, так сказать, что-то делать, ну, как-то там, ну, развиваться, ну, тренировать себя, ну, то есть, кардинально что-то и изменить он в любом случае не сможет. Потому что, ну, так или иначе, все предопределено. То есть, и научиться в этой жизни чему-то новому, даже при всем желании, абсолютно невозможно, если это не было, ну, тебе изначально вот эти все предрасположенности к чему-то заложены в генетике. Вот. И, ну, почему-то вот люди верят, что вот у них обязательно должна быть, ну, как раз-таки к чему-то вот такая, ну, предрасположенность. А с чего вы взяли, что она вот у вас будет? Вот у меня абсолютно никаких предрасположенностей ни к чему, ну, то есть, а чем вы лучше, ну, меня, то есть, ну, почему вы думаете, что у вас обязательно к чему-то будет, ну, так сказать, вот эти навыки врожденные, если, ну, вот, без, ну, какого-то, ну, привлечения, можно сказать, что в наше время все-таки, ну, преобладающее большинство людей, ну, то есть они изначально, ну, рождаются бездарями, бездарями. То есть, и вот это уже никак абсолютно не исправишь. Вот. Соответственно, жизнь, она, ну, как бы не хотелось верить, что мы там способны, ну, как-то кардинально на нее, ну, вот, повлиять, ну, то есть она так или иначе ограничивается генетикой и всеми вот этими изначально заложенными с рождения возможностями. То есть, верите ли в это вы, либо же нет, то есть, не имеет значения. Вот. Если вы согласны со мной, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.